Chityam sukhena bhavata paritam griheshu jannir vishati uto karu opi gijhakitta padau padam na chalatah stav padamula yamaho katham brajamatho karavam kingba Chityam sukhena bhavata paritam griheshu Jannirvishati uto karau opi grijhakritte Padau padam na chalatah stav padamulad Jamaho katham brajamatho karvam kingva Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад сказал, этот материальный мир – место болезненного опыта, место, где человек вынужденно получает опыт страданий. Шрила Прабхупад сказал, что это место, этот материальный мир – место, где человек получает свою несчастную судьбу. Мы вынужденно страдаем здесь. Но все препятствия, все обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, необходимо претерпевать со смирением, переживать со смирением. Руководствуясь концепцией Татенукампам. И Шрила Прабхупад в связи с этим говорит, что материальный мир, здесь мы постоянно сталкиваемся с различными проверками, и через них мы должны доказать свое смирение, терпение. Также необходимо почитать других постоянно, выражать почтение, уважать. Потому что, если у вас нет терпения, нет смирения, вопрос о свершении Харибаджана не может возникнуть. Если нет смирения, нет Харибаджана. Потому что Харибаджан — это очень серьезно. Я уже много раз говорил о том, что на пути Радха-Анугати Бхава Тринада Писаничина естественно. Без нее мы не можем совершать Харибаджан. Харибаджан не может существовать без Тринада Писаничина. Также Прабхупад говорит нечто особенное. Мы вынуждены страдаем в этом материальном мире, а также мы должны взращивать наше смирение, наше терпение. Но при этом мы должны выражать почтение, уважать, ценить других. Прабхупад, как вы уже знаете, много раз говорил. В шлоке Парашабава Бхавани. То есть вопрос стоит в том, что если обстоятельства складываются так, что все благоприятно для моего баджана, то есть иметь в виду почитать других не означает перенимать плохие качества от окружающих. Как в случае с Шрила Бхактивинода Такуром, он говорит, что британское правительство очень хорошо для совершения Харибаджана. Когда он работал, занимал пост в администрации, он знал, что британцы забирают, воруют все богатство Индии. Тем не менее, Бхактивинода Такур вынужденно говорил, что благодаря британскому правительству мы можем совершать Харибаджан. У нас нет никаких проблем, мы можем спокойно совершать Харибаджан. Материалисты могут размышлять, о, какое я благо получаю от того или иного
обстоятельства. И Бхактивинода Такур говорит, что если эти люди способствуют совершению Харибаджана, почему бы вам не ценить их? Точно так же, как в случае с Шримати Радхарани. Она почитает Джатилу и Кутилу. Если вы уверены, что это способствует вашему Харибаджану, вы должны почитать окружающих. Имеется в виду, что если они устраивают такую обстановку, что вы можете совершать Харибаджан, то есть вы должны выражать почтение, благодарность. Таким образом, необходимо взращивать смирение, терпение для того, чтобы понять, что есть Рагануга, Рупануга, в конце концов, Кришна-баджан. Сейчас возникает следующий вопрос. Как вчера мы говорили, гопи, то есть Кришна создает проблемы гопи. Кришна исчез с Расалилы. Причину я уже объяснил в деталях. Вчера я говорил об этом. И шаг за шагом я пытался доказать, что мы не можем сравнивать Кришну ни с одним из выдающихся людей этого материального мира. Те, кто совершает Кришна-баджан, качества их становятся уникальными. Но что говорить о Кришне? Даже те, кто поклоняются ему, становятся совершенными. Also, I was speaking, Krishna giving answer, Bhajanti avayato jevai karuna pitaru yatha, dharma nirapabalo atro, sauhidancha sumadama. Sometime we can find, that somebody going to do порой мы видим, что люди служат друг другу. Тем не менее, одна сторона может не получать в ответ никакого служения, а другой стороны. Кришна объясняет, что такое возможно. Мы видим, что отец и мать, родители постоянно заботятся о своих детях. Gopika going to this Gopika in front of Gopika Krishna speaking. This kind of dharma is very good. И Кришна объясняет Гопи, что такая дарма очень хороша, потому что в этом нет примеси эгоистических интересов. То есть это естественное чувство. And some sadhus, they can also, without interest, they can do seva. То есть без всяких корыстных интересов, также саду могут. Родители служат детям. Вы можете вспомнить в связи с этим эту шлоку, которую Прохлад Махарадж говорит Нарсингхадеву. То есть порой такие отношения возникают. Например, в случае с Гуру Саду и Вайшнавами, они ничего не ожидают в ответ по отношению к себе. Они служат, так же как родители, они служат без всяких
внешних причин. И также, как обычно, если кто-то погружен в страдания, сердце болит от этого, а в таком случае я могу начать кому-то служить. В этом материальном мире такая ситуация возможна. Но Бхагаван за пределами материальных концепций. Поэтому мы не можем пытаться измерить Бхагавана этими узкими рамками. Бхагаван испытывает сострадание к бесконечным мирам. Он привязан ко всем живым существам. Если... То есть поэтому я не могу сравнить его с отцом и матерью, потому что если четко посмотреть, то они, у них есть ожидания от ребенка. Они ожидают, что он вырастет, станет тем-то и тем-то. Третий момент. Если кто-то является атмарамой, то кто постоянно удовлетворен сам себе, у него нет никаких проблем, в таком случае он не прибегает к помощи посторонних людей. Также он не ответит на ваше служение. А также еще случай с Гуру Дрохи. Те, кто бессердечны, например, Рамачандра Пури, Рамачандра Кан, мы не можем ожидать, что они начнут совершать какое-то служение в ответ, потому что они бессердечные пашанди. Итак, мы не можем сравнить никакие примеры этого материального мира с Бхагаваном. Мы говорим, что Бхагаван Атмарам. Но кто же заботится о бесконечных мирах? Да, Бхагаван Атмарама, но несмотря на это, он заботится, поддерживает бесконечные брахманды. Бхагаван заботится о тех, кто преданных, которые совершают служение. В соответствии с их служением он отвечает им. И если это так, как же мы можем думать, что Бхагаван бессердечен? Это невозможно. Бхагаван говорит, в действительности, те, кто совершает служение мне, я обычно внешне не обращаю на них внимания. Имеется в виду, я игнорирую их. Внешне я игнорирую их. Если как... Какой-то человек лишается своего имущества, день и ночь он думает о своей потере. Он не ест и не пьет. Он постоянно сокрушается о том, о потерянном и думает, как вернуть это назад. Итак, Бхагаван говорит, почему я был вынужден покинуть Расалилу? Не для того, чтобы заставить вас плакать, гопи. Не для того, чтобы вам было больно. Но лишь для того, что у меня была прекрасная идея.
Аджами Амишам Анубитти Витвай. Наханту на Ахамту Шакшо Бхаджато Опи Янтуно. Бхаджами Амишам Анубитти Витвай. Ятха Адхано Лабда Дхани Винасти Тат Чинтаян Аньят Нибхито На Беда. That is the reason. Такова причина. Таким образом, я хотел углубить их настроение баджана. Я хотел видеть. Я знал, что вам очень больно от этого, и все вы плачете. Когда Парад Паракилешвар делает, что бы он ни делал, за этим скрывается причина. Он не делает ничего без причины, то есть напрасно он не делает ничего. Мы постоянно вовлечены в семейные дела, в накопление богатств и так далее. То есть как такие люди, кто вовлечены в семейные дела и вопросы накопления богатства, как они могут совершать баджан? Для того, чтобы совершать баджан, необходимо лишь одно – влечение к Шри Кришне. И тогда мы взрастим, то есть мы должны взрастить колоссальную любовь к Кришне, и это необходимо для совершения Кришна-бхаджана. Ничего не нужно для того, чтобы совершать Кришна-бхаджан, лишь эти две упомянутые вещи – влечение и любовь. Если мы хотим преодолеть, избавиться, выпутаться из этой ситуации полной боли, в которой мы сейчас погружены в этом материальном мире, от своего сердца мы должны постоянно стараться совершать Кришна-бхаджан. Без этого мы не сможем достигнуть нашей высочайшей цели, той, которая ждет нас. Чайтанья Махапрабху говорит, объясняет это. Он хочет даровать это сокровенное богатство, редчайшее сокровенное богатство всем дживам. Для обычных людей невозможно постичь это богатство. Что же это такое? Что же? И это самый главный вопрос заключается в том, что же это за богатство. Дживатма может обрести бесконечное, непостижимое служение, потому что Чайтанья Махапрабху пришел дать сюда Уната Уджвала Раса Свабхакти Шриям. И это невероятно редко. Мы не можем даже ожидать обрести это. Но дело в том, что то, что я не могу постичь, то, что я не могу ожидать, то, что я не понимаю. То есть главный вопрос в том, что зачем мне это желать этого, если я не понимаю этого, это слишком запредельно для меня. Но суть в том, что Чайтанья Махапрабху принес нам это, пришел дать нам это. Кришна дает ответ. Если бы не было випраламби, как сказано в Уджвалани Ламане, без випраламби, чем больше мы испытываем настроение разлуки, чем больше разлуки, тем больше цена встреча. Когда эта встреча происходит, когда мы обретем Кришну, мы поймем, насколько совершенно то, что принес нам Чайтанья Махапрабху, наверное. Без випраламби Милан не может
сделать нашу жизнь совершенной. То есть он не будет настолько ценен, настолько цена не будет встреча без разлуки. И я уже говорил о том, что йога-майя, когда мы говорим о йога-майе, мы должны помнить следующее, то, что говорит Махапрабху в Санатана-шикше. Когда Кришна покинул материальный мир, Джоны Кришны в Двараке должны были прибыть в определенное назначенное место под руководством Арджуны. И Махапрабху говорит, что эти махиши, эти жены, то есть все происходящее было сотворено йога-майей. Мы видим, что из тела Кришны шла кровь. Питама Бишма пронзил его стрелой. Все мы это знаем. И в это время, если кто-то подумает, что тело Кришны материально, потому что из него сочится кровь, и также, что Махапрабху пытался покинуть, когда он пытался покинуть Гамбхиру, он в безумии бился об стены, так что кровь струилась из его головы, из его тела. И мы можем думать, что его тело материальное, в таком случае все кончено для нас. Мы должны осознать, что все это устроено йога-майей, и это абсолютно нематериально. И, как говорит Рупа Госвами Пад, мы видим сейчас, что если какие-то бхакты, йоги или гьяни пытаются обрести Кришну, они должны совершать жизнь за жизнью бхакти, чтобы достигнуть его. Тем не менее, не факт, что они получат эту возможность и встретятся с Кришной. Такова наша ситуация, такие обстоятельства. Жизнь за жизнью, мы должны поклоняться Кришне, но не факт, что мы обретем этот даршан. Но тут, в этом случае, мы видим, что Кришна настолько милостив. Гопи, которые являются садна-ситхи, которые ждали жизнь за жизнью, встречи с ним. Также нитя-ситхи присутствуют там, что говорить о них. Все они хотят встретиться с Шри Кришной. И встреча с Кришной — это не шутки. Это говорится, что это невозможно, практически невозможно встретиться с Кришной, потому что никакая садана, что бы мы ни делали, какие бы аскезы мы ни совершали, Все это не может стать причиной нашей встречи. И если впоследствии... То есть ничто не может... Из подобного не может сделать... То есть... Мы видим, что Бхагаван принимает решение совершать эту уникальную лилу. Бхагаван принимает помощь йога-майя. Его внутренний... прибегает к помощи йога-майя, его внутренней энергии, так что расалила становится совершенной. И из этой совершенной милости Кришна выражает совершенную милость, и эта лила становится осуществимой, то есть она происходит, совершается. Также мы знаем, что
сказано, что Бхагаван, осенней ночью на полнолуние, Кришна хочет начать свой танец с раса. И Шукадев Госвами пишет, что Кришна принял решение Шукадев Госвами сказал следующее. Sukadev, if going to write Bhagavan Upi Riransa Maso or Rantu Miesha, as per Sanskrit grammar. See, if Sukadev Goswami not going to use this word, Bhagavan Rantu Manas Chakri, if not going to write this, if straightway Shukadev Goswami не написал эти строки, that Bhagavan Upi Bhagavan Opi Riransa Maso or Rantu Miesho. In that case, в таком случае, there is some speciality that Sukadev Goswami is going to write. Есть некоторая особенность. Manas Chakri, but not writing this way. If Sukadev Goswami going to write this way, in that case, what is the meaning? Then Akhanda Ichha Shakti. Akhanda Ichha Shakti Bhagavan. Wanted to. Akhanda Ichha Shakti Bhagavan хочет совершать лилу. If Sukadev Goswami at all going to write Bhagavan, если бы Шукадев Госвами написал иначе, то весь смысл поменялся бы. То есть ичха, и тут говорится о желании Бхагавана, но его желание мы не можем сравнивать с нашим. Он выражает свое желание совершать Рамана-лилу, но мы не должны думать, что оно подобно нашим. Потому что, когда Бхагаван смотрит, ходит, слушает, все, что бы он ни делал, мы не можем сравнить с нашей деятельностью. Мы являемся условными душами. А все деяния Бхагавана совершенны, уникальны. Мы не можем сравнить их с нашими деяниями, с нашими делами. В Упанишадах мы можем найти разные вещи. И также Сарвамбаму Бхаттачарья приводит некоторые доказательства. В Писаниях сказано, что несмотря на то, что у него нет ни глаз, ни ушей, ни ног, Бхагаван очень быстро бегает. У него нет ушей, но он слышит все. Если вы что-то делаете в уединенном месте, где никто вас не видит, Бхагаван знает все, тем не менее. Потому что он вездесущ. И мы уже знаем, сказано в Брахма-самхите, что деятельность всех органов чувств Бхагавана не такая, как у нас. Она уникальна.
И как мы уже знаем, у Бхагавана нет ни рук, ни ног. Это Сиддханта представлена Сарвабхаум Бхаттачарье, что якобы у Бхагавана нет ни ног, ни рук, ни глаз. Тем не менее, он видит все. Как же это возможно видеть без глаз? Нет глаз, но видит все, нет ушей, но слышит все. Эта Сиддханта содержится в Упанишадах. И Махапрабху отвечает на это. Это говорит о том, что говорит Махапрабху, что у Бхагавана нет. Его форма не такая, как у нас. Имеется в виду, что Бхагаван не обладает материальными органами чувств, но он обладает трансцендентными органами чувств. Итак, апракрита Бхагаван, апракрита Шарир. Все гопи обладают трансцендентными телами. Парамахамса Шри Рамани, Шрила Шукадева Госвами, Шукадев Сарва Шактиман, Расалила, описано Шукадевом Госвами, и он не использует эти слова, эти санскритские слова. С помощью этих слов мы ясно понимаем, что желание это не исходит от беспокойного ума, что я могу. Кришна не так говорит, что «О, да я могу, сейчас пойду и начну наслаждаться». Но эти слова доказывают, что Бхагаван обладает совершенным могуществом Ичча Шакти. И также тут присутствует некоторое указание, что он не испытывает никаких фривольных желаний. Но тут говорится, что за каждым желанием стоит что-то, за каждым желанием Бхагавана стоит что-то, какая-то глубокая цель. Несмотря на то, что он атмарама, он испытывает влечение. И это доказывает, что Кришне присуще одно особое качество. Он обладает бесконечными качествами, но главное из них — это то, что Бхагаван является бхактаватсалией. Это главное его качество, которое дарует нам полное удовлетворение. Имеется в виду веру. Бхагаван — бхактаватсалия. Ватсал, бхактаватсал. Итак, каждый испытывает влечение к Бхагавану. Желание Бхагавана, его настроение, наслаждение, все это отражается и на гопи. Они любят Кришну. Бхагаван — это Верховный Господь. И он может получить запросто все, чего бы он не захотел.
Нет ничего недоступного ему. Тогда необходимо подождать. Просто для того, чтобы чтобы ситуация стала созрела, чтобы она созрела. Сказано, что в материальном мире Расалила вечно происходит. И длительность Расалилы вы уже знаете, она длится ночь Брамы. Необычная ночь, но ночь Брамы. И Шокотов Госвамипад говорит, что когда Расалила нисходит в материальный мир, когда Бхагаван начинает Расалилу в материальном мире, в таком случае он начинает на ее на, в Пурниму, в, Пурним, в осеннюю Пурниму, Шарада Пурнима Рас. Поэтому мы соблюдаем именно эту Пурниму. То есть, имеется в виду, следуем этой Пурниме. Для того, чтобы исполнить желание гопи, тех, кто ждут очень долго, они не какие-то обычные женщины, они сварупа шакти Бхагавана. И Бхагаван принял решение исполнить желание их сердец. И два дня назад я уже объяснял, что йога-майя полна милости, потому что без милости никто не может встретиться с Шри Кришной. Мы поем йога-та-вичари, кича-анахи, пай. Кришна испытывает влечение к гопи, потому что те обладают бесконечной привязанностью, которая не может быть сравнима даже с Гималаями. В материальном мире мы зависим от материальных факторов для того, чтобы наслаждаться чем-то, мы должны опираться на материальные факторы. То есть мы зависим от наших органов чувств, если мы хотим наслаждаться, потому что мы наслаждаемся с помощью них. Ваш ум кооперирует с вами. То есть вы, имеется в виду, органы чувств, и когда ум кооперирует с ними, то вы получаете наслаждение. Но в этом случае все не так. Мы не можем говорить о Бхагаване, что его наслаждение опирается на органы чувств, потому что он не зависит от материи. Бхагаван Атмарам, он за... Он может делать все, что угодно, все, что бы он не захотел, но сейчас он выжидает... чтобы ситуация стала по-настоящему зрелой. Продолжительность Расалилы длится долго. Мы не можем сравнить наше наслаждение и наслаждение Бхагавана по длительности. Мы не должны делать таких ошибок. Если мы начнем сравнивать, то мы пойдем. Брамаджи также дает нам указание, что мы не должны иметь никаких материальных идей по этому поводу. Все вы за пределами. То есть Бхагаван находится за пределами материального мира. Принимаете ли вы сиддханту Брамы или нет?
вы вынуждены принять его, потому что Брахма — наш Адигуру, Кришнахойте, Чатурмуха. Таким образом, мы не можем просто закрыть на него глаза. Он получил свои мантры, и шнур напрямую от Верховного Господа Кришны. Таким образом, как же мы можем не считаться с тем, что говорит он? Ты за пределами наших человеческих осознаний. Тем не менее, ты не сходишь в материальный мир, чтобы совершать игры, и вводишь людей в замешательство. Они не могут понять твоих деяний. Единственная причина, по которой ты приходишь сюда, которую мы знаем, что ты совершаешь, что ты хочешь совершать различные лилы. Сам Бхагаван говорит эту шлоку. Итак, тут Бхагаван совершает различные лилы, потому что он хочет сделать что-то уникальное, принести для нас что-то уникальное. Bhavet means vidilingo, affirmative. After watching, after they must, you know, get ready to meet with me. They can feel inspiration to meet with me, love me. That's why I'm doing this kind of. Я лишь хочу вдохновить их на встречу со мной. Для этого я совершаю подобное. Prapancham nisprapancho upi virambayasi bhutale. Prapanno janatananda sandeham prathitun prabhu. You are going to do lila just like an ordinary human being. Ты совершаешь лилы просто как обычный человек. И люди в замешательстве, Верховный Господь ты или нет. Те, кто долгое время ждут с чувствами разлуки, то есть в разлуке хотят встретиться с тобой, чтобы оказать свое служение. В Гите вы можете найти следующее. Бхагаван приходит в материальный мир. Вы это в Гите можете найти, эту шлоку. Вишванат Чакраварти Пад дает прекрасное значение этому. Преданные не молятся Бхагавану: спаси меня, спаси нас. This cannot so happen. They never feel any situation they are put into. They feel we are comfortable, nice. Таптянюком. Они никогда не думают, что они испытывают какие-то страдания, неудобства. Они думают, что все вполне хорошо. Sambhavami juge juge is written. Here it is written. Jada jada yi dharmasyo glanir bhavati bharato abhuthanam adharmasyo tadatmanam sriyamyaham paritranayo sadhunam vinasaycha duskritam paritranayo sadhunam to save those sadhu from danger. Для того, чтобы спасти саду от опасности. Paritranam sadhunam vinasaycha duskritam. О какой опасности идет речь?
Злые демоны хотят убить саду. Бхагаван, когда Бхагаван наказывает кого-то, это милость. Также, когда Гурудев наказывает меня, это милость. Если я чувствую это, то очень хорошо. Если я понимаю это, то очень хорошо. Если нет, то мне будет жаль по этому поводу. Я буду сожалеть по этому поводу. Вишванат Чакратипад пишет, саду гуру и вайшнава чисты, они никогда не молятся Бхагавану. О, Бхагаван, спаси меня, у меня проблемы. Я страдаю. Да, иногда мы видим, что какие-то бхакты... То есть, мы никогда не видим, чтобы Прохлад говорил, что «О, мой... Спаси меня, мой отец меня хочет убить». Вишванат Чакратипад говорит, что кто-то может... То есть Бхакта никогда не просит ничего у Верховного Господа. Я сейчас говорю о Кришне. Если говорить о Нарайне, это нечто отличное, это другое. Я говорю о Кришна Бхактах. В любой ситуации, в которой бы я ни находился, настоящий, то есть в какую бы ситуацию не был погружен преданный, даже посмотрите, в случае с Шанкар Бхагаваном и Деви Майей, предстал Читракету Раджа, когда Деви прокляла, ты станешь демоном, она прокляла Читракету Махараджа. Но в действительности это не было проклятие. Махадев говорит, ты... А, то есть она прокляла, но Махадев не собирался его проклинать. Он сказал, и ты напрасно прокляла его. И также Читракету Махарадж, он мог наслать проклятие на тебя, но это, он этого не сделал. Таково уникальное положение, такова слава вайшнавов. Он не проклял ее. Он не зашел с колесницы. Читракету не зашел с колесницы и начал молиться. Он сказал: «О, Деви, я не прошу тебя, чтобы ты забрала назад это проклятие, потому что все проклятия приходят к нам по желанию Шри Кришны. Мы не можем видеть прошлое, настоящее и будущее, но Бхагаван видит. Поэтому наверняка твоему проклятию есть причина. Я не собираюсь просить тебя отменить это проклятие». Пожалуйста, благослови меня. И на этом он ушел. Но в действительности Читракету Раджа был, мог сам проклясть кого угодно. Но он охотно принимает, с готовностью принимает проклятие в свой адрес. И сейчас то есть, естественно, в какой-то опасной ситуации может возникнуть просто вырваться: «О, Прабу, спаси меня», но это не является привычкой преданного просить о помощи. В соответствии с санскритской грамматикой, тут речь идет о каком-то особенном спасении. После того, как Кришна спасет
своего преданного, у этого преданного больше не будет никаких проблем. И это слово неприменимо к этому материальному миру. Понимаете? Доктор может дать лекарство, а я вылечусь. Но это не то, о чем идет речь в этой шлоке. Это применимо лишь к тому, что я буду спасен Верховным Господом. И в моей жизни никогда не возникнет подобная ситуация больше. И так, Вишнуачакрати Пад говорит, что они испытывают глубочайшую разлуку. Они плачут день и ночь. Как вчера я сказал, Читракету Раджа пришел в форме Вритрасуры, то есть явился в форме Вритрасуры, но внутри он был прекрасным преданным, хотя внешне имел облик демона. По особой милости Шри Кришны. Итак, настроение преданности присуще Атме, и поэтому Читракету Раджа был преданным в сердце, и Индра Махарадж не мог его понять. Внешне он демон, но говорит такие вещи. Итак, Вишнуачакрати Пад говорит, что преданные молятся Верховному Господу. Пожалуйста, спаси нас из океана. Из океана страданий. И о каких страданиях идет речь? И речь идет о разлуке. Вы не можете поверить в то, о чем идет речь. То есть любой материальный опыт, который вы получаете здесь, в материальном мире, не может сравниться, не может соответствовать духовному опыту. Так что никаких ссылок, никаких параллелей невозможно провести между материальным и духовным миром, с помощью которых мы могли бы понять, какое наслаждение испытывают в Раджавасе, имеется в виду Гопи и Кришна. Тут речь идет о океане страданий, которые испытывают гопи в разлуке с Кришной и ни о чем другом. Не потому, что кто-то не выражает мне почтение, я не получаю должной лабхи пуджи и пратиштхи. Итак, мы понимаем, что тут речь идет не о страданиях, из-за бедности, не о том, что преданный молится о каких-то материальных богатствах, потому что в вайшнаве не может быть никакого неудовлетворения, никакой неудовлетворенности. Что говорить о чистых вайшнавах, о рупа-нога преданных? Если у них есть какое-то желание в уме, то есть каков симптом рагануга бхакта, чистого преданного? Их желание. Мы сбиты с толку, мы не можем понять, потому что их положение отлично от положения нашего. Поэтому мы в замешательстве. Actually, Bhagavan
Бхагаван за пределами человеческого сознания. Тем не менее, он не сходит сюда. Просто как живое существо. И люди не могут понять меня. Я совершаю различные лилы. И те, кто долгое время совершает баджан и плачут в разлуке со мной. Они жаждут служить тебе, но и для того, чтобы увеличить их ананду, увеличить их настроение служения. Много раз я уже говорил, что в материальном мире слово «према» не может быть применимо никаким чувством, ни к чему. Это применимо лишь на Голоке Вриндавана, то есть она существует лишь на Голоке Вриндаване. Према свободна от любой камы, без всякого эгоистического интереса. Я люблю Кришну, но почему? Для чего я это делаю? Потому что я не могу остановить себя. Итак, Кришна обладает такими качествами, что никто не может перестать прекратить его любить. Брат Раваны говорит, зачем тебе переодеваться в саньяси? Почему бы тебе в Раму не воплотиться, не притвориться Рамой? А тот отвечает, нет, брат мой, это не впустую я наряжаюсь в саньяси. Я лишь думаю, что когда я начну медитировать на Раму, он говорит, что я с ума схожу, когда начинаю, или, наверное, я обезумлю от того, что я начну медитировать на Рамачандру. Как хамелеон меняет свои цвета в зависимости от того, где он находится. Если он прыгает на зеленый куст, он становится зеленым. И таким образом никто не может его отыскать. Те, кто испытывает такую силу, у них есть могущество, то есть они могут. Но сам Равана говорит, что когда я медитирую на Когда я начинаю медитировать на Раму, я схожу с ума. Я забываю обо всем. Я асур, я ракшас. Мне нужно столько нехороших дел сделать. А если бы я начал медитировать на Рамачандру, то я бы обо всем забыл. Если кто-то оскорбит вас, день и ночь вы будете думать о том, как вам нанесли это оскорбление. Юдхиштир
Нарджи Махарадж говорит Юдхиштхиру Махараджа. Если вы сконцентрируетесь на Верховном Господе, вы получите результаты, так или иначе. Итак, Равана говорит, что для меня невозможно. Простите. Если могущественный Равана говорит подобное, когда я думаю о Раме, я с ума схожу, то есть меня уносят мысли о нем. И если, а если бы он подумал о Кришне, что бы с ним стало? Когда Махапрабху явил ему свою форму, сказал ему, что он Махапрабху Гауранга Кришна, Сарвам Бхаттачарья упал в обморок, потому что когда Бхагаван являет себя обусловленной душе, у нее нет могущества, нет силы стерпеть это, то есть воспринять это, перенести могущество Господа. То есть большое напряжение электрическое опасно для жизни. Если вы сухой, то, может быть, это не так опасно, но если вы сырой, в сырой одежде, или где-то в воде стоите, в полях, может быть, где-то вода, и когда провода, наверное, падают, и, то есть люди часто умирают от удара током. Нужно быть осторожным в этом отношении. И точно так же в случае с Бхагаваном. Он настолько могущественен, Арджуна не мог снести, не мог стерпеть, не мог вытерпеть. Он думал, я умру, Боже, что я вижу. О, Джаганат, просила Джаганат, прекрати, остановись. Я не могу больше стерпеть этого. Ты настолько мог... Но почему? Арджуна был настолько могущественным, тем не менее он не мог видеть величие Господа, снести величие Господа, устоять перед этим. То есть он говорит, пожалуйста, будь доволен мной, пожалуйста, прекрати, остановись. То есть Бхагаван явил Арджуне бесконечные брахманды. Он явил ему будущее, то, как поле битвы Курукшетры было полно мертвых воинов, и оно вошло в бесконечность. Итак, даже перед великими вайшнавами, такие как Мадхвачарья, Рамануджачарья, многие люди не могли снести их величие, даже в случае с нашим Прабхупадой, который является вечным спутником Радхарани на Янамани Манджари, никто не мог устоять перед ним. Если он кому-то... То есть он очень могущий, то есть никто не мог устоять перед ним, настолько могущественный Прабхупад. Теперь подумайте, если его преданные так могущественны, что говорить о Бхагаване? А вот эти материальные концепции, что из тела Господа идет кровь, в случае с Махапрабху, с Шри Кришной, Бхагаван являет эти лилы, показывает подобное только лишь для того, чтобы обмануть нас и больше ни по какой другой причине. Когда Махапрабху, то есть Сарвам Бхаттачарья
такой могущественный, но он упал в обморок, и когда Махапрабху являл ему свою форму божественную. И в конце концов он начал его приводить в чувство Махапрабху. Я дам тебе духовные глаза, с помощью которых ты можешь, сможешь видеть, а своими материальными глазами это невозможно. Но вы думаете, что вашими материальными глазами, ваших материальных глаз достаточно, чтобы постичь Раса-лилу, чтобы созерцать духовный Вриндаван? Это лишь говорит о нашей глупости. Брама, наш Ади-гуру, говорит: «О Прабху, те, кто ждут долгое время, полные переживаний с желанием служить, они хотят увеличить свою ананду. Или нет, наверное, Господь, ананда, то есть у Господа нет никакой корыстной цели нисхождения в материальный мир. Только лишь для того, чтобы увеличить ананду своих преданных, он нисходит сюда. Также Бхагаван в Гите говорит Арджуне: Те, кто те, кто понимают полную татву, не родятся вновь. Всю татву. Кришна говорит гопи: «О гопи, если вы недопонимаете меня, то кто сможет понять меня? Если вы не понимаете меня, кто иной, кто, если не вы, поймет меня?» Вы любите меня настолько сильно, как же вы можете недопонимать меня, неправильно понимать? Будьте удовлетворены своим величием, мне нечем отплатить вам, говорит Кришна гопи, перед великими царями, таким как Притом Махарадж, Сарбам Батач, Притом Махарадж и так далее. Если кто-то приносит ему старый дешевый рис, как Судама, в случае с Судамой, низкосортный рис принес он Парампара, то есть Верховному Господу. Он принес, им было нечего дать ему, только сломанный рис.
Но, то есть Судама Випра, ничего у него не было, кроме этого риса. Из разных домов он принимал как пожертвование ломаный рис. И так он, сложив... То есть у него не было сумки, куда бы он мог сложить этот рис, и он завернул в дырявую старую одежду. И так, отправившись, закинув за плечо этот мешок с сломанным рисом, он отправился на встречу с Кришной. И так у него не было ничего, тем не менее он встретился с самим Шри Кришной. Попытайтесь понять, что он чувствовал. Бесконечные браманды, имеется в виду бесконечное количество времени, бесконечность он ждал встречи с Кришной. У него не было ничего, кроме ломаного риса, но этот ломаный рис был полон любви. То есть сердце его было полно любви. И Кришна выразил ему, он спрыгнул с кровати, он выразил ему почтение как старшему брату, предложил ему поклоны и усадил его на свою собственную кровать. И сказал, скорее, скорее несите воду, цветы, еду, начал поклоняться ему. Он же, а жены Кришны сказали, он же попрошайка, он очень бедный. Что же он такое сделал, что у него столько сукрити, что сам Кришна омывает его стопы и умощает свою голову его чаранамритой водой с его стоп? Какова может быть причина этому? Итак, если вы хотите дать что-то Кришне, что вы можете дать ему? Разве у вас есть что-то, что вы можете дать Кришне? Единственное, что вы можете дать ему, это ваше сердце, но вы не можете сделать этого, и в этом главная проблема. Единственное, что Кришна может принять от вас, это ваше сердце. Если вы не можете дать ему это, вы не сможете понять описание Расалилы. Прекратите слушать это в таком случае. В своей вступительной речи к Расалиле я также говорил об этом, чтобы не было никаких недопониманий. Итак, что я могу дать Верховному Господу? Что же у меня есть такое, что могло бы принести удовлетворение Шри Кришне? Только лишь мое сердце. Сердце. Кришна говорит, о Гопи, вы дали мне все. У вас нет ничего в вашей жизни. Ничего, о чем вы думали бы, что это принадлежит мне. Полностью, ум, сердце, тело. Также вы должны понимать, почему я покинул танец раса. Почему я ушел? Только лишь, чтобы увеличить вашу любовь. Чтобы увеличить ваше любовное желание встретиться со мной. Где Кришна? Где Кришна? Мы хотим встретиться с Кришной. Без этого мы умрем. Такое чувство я хотел взрастить в вас, говорит Кришна. Понимаете? Что же такое Атмамая? Вечная потенция Господа, вечная энергия Господа. Here,
У нас есть опыт, что есть Махамая, но у нас нет опыта о Йогамайе. Йогамайя организует все так, что тот... Внешняя разлука показывает на то, что... Йога Майя помогает вам прийти в соприкосновение с Кришной. Йога Майя помогает прийти в соприкосновение с Шри Кришной. И разлука, в разлуке присутствует встреча, то есть внешняя разлука, внутренняя встреча. И внутренняя встреча, внешняя разлука. Радхарани умирает, закрывая глаза, думая, что Кришна ушел. Но в это время она... Но когда она встречается с Шри Кришной в сердце, она получает утешение. То же самое с Гаурангой Махапрабху. Мы должны полностью следовать лиле Гауранги Махапрабху для того, чтобы понять хоть что-то об Апракрита Раса Виласе. В противном случае наши материальные представления стянут нас в ад. О, Арджун, те, кто понимает мое трансцендентное рождение, мои трансцендентные игры, лилы, могут почувствовать в сердце, что они никогда не родятся больше в этом материальном мире, полном страданий. Арджун, такие преданные не родятся больше в материальном мире. Итак, попытайтесь понять это. Апракрита Вилас, Апракрита Лила Кришны, не пытайтесь выдвигать никаких материальных концепций на этот счет. Таким образом, Кришна совершает эти лилы. Иногда мама связывает его, иногда отец. Иногда Нанда Баба говорит: «Эй, неси сюда мои деревянные сандалии». И тут несет, Кришна несет на голове. Шо ашабда спарсам арупам аббаям апани паду джавана грхитва or our different kind of slok such going to support our siddhanta that anything but to speak about rasa lila any kind of rasa lila all related to apракита rasa lila связано с Апракрита Раса Таттвой. Она нематериальна, потому что наши органы чувств приходят в контакт с материей, и тогда мы наслаждаемся. Но этот процесс полностью не присущ, абсолютно не присущ трансцендентным наслаждениям. То есть Махапрабху говорит, что Кришна обладает трансцендентными органами чувств, глазами, ушами и так далее. Они трансцендентные, они нематериальны, не такие, как у нас. И Бхагаван по своими органами чувств может одним своим органом чувств может исполнять деятельность другого органа чувств. В Брахма-самхите сказано, что при помощи любого своего органа чувств он может исполнять работу другого органа чувств. То есть это возможно для Бхагавана.
Индрияни ясса сакаландия биттиманти пашчанти панти калаянти чирам джаганти. You can remember this shloka from Brahma Samhita. Помните эту шлоку из Брахма Самхиты? Try to understand. It is written. Индрияни ясса сакаландия биттиманти. Anyhow you have no scope, any point, from any angle, you try to approach to prove. Попытайтесь с любой точки зрения, то есть необходимо рассмотреть объект с разных точек зрения, прежде чем делать какие-то выводы по поводу него. Любой из органов чувств может исполнять работу другого органа чувств. Например, Кришна может есть глазами, или он может слушать глазами. Для него возможно все. Бесконечные брахманды. Бхагаван присутствует в бесконечных брахмандах. Таково чувство без личного брахмана. Но в форме личности, в личностном своем проявлении, Кришна обладает вечными чертами. Обе формы вечны. Обе они хороши, то есть никакая из них не обладает изъянами. Так Кришна совершает подобные лилы постоянно. В Падьявале, Рупа Госвами Пад пишет в одном месте, что наступит день, был такой день, когда однажды Кришна решил своровать масло. Он воровал масло. И после этого он побежал, а в кристальной зеркальной колонии он увидел какого-то мальчика в отражении. То есть, имеется в виду, он увидел сам себя. Реме Рамешо Браджасундари Вир Джатар Вакаха Шап Пратип Брама Вибрамаха. This I can discuss tomorrow. Об этом я буду рассказывать завтра. Кришна убегает. Но то есть он бежал и увидел свое отражение в колонне. Он думал, кто же это, кто? О, сейчас меня поймает. Отражение ему говорит, о, да никого... А нет, Кришна говорит отражению, никому не говори, я с тобой наполовину поделюсь. И вы что думаете, Кришна сумасшедший? Он... То есть я постоянно повторяю, что Кришна хочет забыть о том, что он Верховный Господь. Он хочет забыть, что он Верховный Господь. Если бы он помнил об этом, эта лила не смогла бы воплотиться. Это бы не произошло. Итак, Кришна не сумасшедший. В первой штуке Шримад Бхагаватам сказано, он Савиграха, он знает все, каждый уголок бесконечного мира, где что происходит. Где что происходит, Кришна знает. Одновременно. Кришна полон знания в то же самое время. Тем не менее, он совершает эти лилы. Он забывает о том, что Верховный Господь. В противном случае, раса-лила не смогла бы состояться. Раса-лила настолько важна, непостижимо важна. Никто не может описать ее значимость. Если Анантадева будет описывать ее, все равно не увенчается успехом.
А мы думаем, что Кришна играет с какими-то женщинами, девушками, женщинами. И в этом наша проблема. Я пытаюсь установить эту истину. Попытайтесь понять ее. Я пытаюсь объяснить это с разных точек зрения. Тем не менее, то есть, возможно, вы не можете развить эту апракрита-бхаву. Тем не менее, вы должны перестать думать об этом грязным образом. Не думать об этом неправильно, об этой лиле. Под руководством Прабхупады я пытаюсь доказать, что эта лила настолько трансцендентна, апракрита. Потому что весь мир в полном заблуждении о рупа-нуга-рагануга-бхакти. Они под названием, прикрываясь именем бхакти, творят разные нечестивые вещи. В один день, когда мы получим милость, то есть даже в этом теле возможно обрести милость гуру и вайшнав, все зависит от... То есть, наверное, войти в раса-лилу, но это возможно, это зависит от силы нашего баджана, от того, насколько мы сосредоточены на лотосных стопах Кришны и только лишь на его стопах. Любая лила, какую бы ни совершал Кришна, что говорить о раса лиле? Любая лила, которую совершает Кришна во Вриндаване, Кришна... Кришна забывает о том, что он Верховный Господь. Для того, чтобы осуществился обмен, взаимообмен расами, степень этих рас только лишь увеличивается. Кришна исполняет свои, играет как маленький мальчик. Если бы была какая-то что-то сверхъестественное проявилось в нем, то раса татва была бы прервана, то есть имеется в виду, раса бы не состоялась. Раса перестала бы течь. Не В Брахма-самхите Махавишна нисходит от Кришны, и даже о Махавишне сказано, что он бесконечен. О, Махарадж, если такое сказано, такое описание дается о Махавишну, кто может постичь Шри Кришну, кто может прославить Кришну? Хари Ананта, Хари Рупа Ананта, как мы можем применять нашу силу разума, то есть как мы можем пытаться давать какие-то оценки ему, что Кришна высокий, красивый и так далее? Что это за оценки? Как мы можем понять Кришна Лилу? Только и только по милости Прабхупады Бхактивинода Такура, нашей Гуруварги, мы можем, подлинной Гуруварги, мы можем постичь Господа. Если мы не следуем в полной мере Гуру Вайшнавам, то нет никакой гарантии, что мы постигнем Господа. Мы должны полностью следовать представителю нашей Гуруварги. Если я нарушаю правила и предписания, нет никакой гарантии. Вы должны обрести вдохновение, не думать так, что «О, Кришна Баджан, это нечто сложное, очень сложное, не понаслаждаешься, не поешь вкусно». Но разве я говорил вам, что нужно совершать юкта-вайраги? Разве от юкта-вайраги вы... О, простите, я ошиблась. То есть необходимо совершать юкта-вайраги, из этого вы будете чувствовать, испытывать больше и больше вдохновения. Мы должны следовать юкта-вайраги так, чтобы наш ум и наше тело позволило нам совершать бхакти, баджан. Если у вас есть
желание в сердце, то гуры вайшнавы автоматически наделят вас могуществом, силой, вдохновением. Как я могу совершать служение, если гуру Падма, если Прабхупад не помогут мне? Определенно, они помогут мне, потому что они полны милости, они апракрита, трансцендентные. Итак, как бы то ни было, в комментариях, то есть разные комментаторы дают, освещают этот вопрос с разных точек зрения. Например, Мадхава Ачарья. Он говорит о Расалиле с одного угла и оставляет для следующих комментаторов. То есть да, он получил наставление до определенной степени описать Расалилу и оставляет следующее, оставляет Вриндаван Дас Такуру. То есть как Вриндаван Дас Такур говорит о Кришнадаске Раджа Госвами, я лишь... То есть такова система, что один комментатор, один подлинный комментатор пишет, составляет комментарий и оставляет почву для другого комментатора, оставляет поле деятельности для другого комментатора. Они получают наставление Верховного Господа описать Бхаву до определенного момента. И затем пришли Рупа Госвамипад, Санатна Госвами, Джива Госвамипад. Они пришли позже и более открыто описали все эти моменты. А затем пришел Бхактивинода Такур, который сделал простым для нас понимание Расалилы. Он объяснил все простым, доступным для нас языком. В противном случае, если бы мы начали изучать Сандарбхи, что бы с нами стало? Глаза не могут читать. Тело не может сидеть, то есть полностью мы зависим от милости Бхактивинода Такура Прабхупады, от нашей Гуру Варги. Они дают нам сливки, но мы настолько глупы, что не можем их принять. То есть сливки, сгущенные сливки, они дают нам эссенцию всего ведического знания, но мы из-за своей неудачи не можем воспринять даже это. Завтра я могу описать, рассказать о том, как Кришна, эту лилу, когда он увидел себя в колонии, о том, как он играет со своим отражением. Это завтра я буду описывать. Я думаю, что 2-3 дня. Итак, различные комментаторы описывают Расалилу с разных углов, с разной точки зрения. Some tikaka, they are even going to think that way. Very excellent. What is that? Sri Krishna, yoga maya upasritaha. And this, you know, Bhagavan rantum manas chakre, yoga maya upasritaha. Yes, yoga maya upasritaha, from different angle, I tried to discuss under the guidance of different tikakars. But here is special thing. Sri Krishna Yoga Maya Upasritaha, that's mean they are going to speak. Sarabho Priyavali Mukhyam Sri Radhika Manasi Chintitaha Sana Rantum Manas Chakri is also very excellent. То есть каждое описание различных подлинных комментаторов совершенно. Тут говорится, в одном из таких описаний говорится, все гопи собрались более чем 100 тысяч гопи. Каково население Индии? Я не знаю, сколько. Но 100... То есть невероятное количество гопи собралось. 100 кроров гопи. И Кришна уделяет внимание каждой гопи. Но стоит вопрос, почему... Каково значение слова...
Вы знаете, что когда шлока это было описано, Анукульена Кришна Анушила нам. Главное то, что мы слышали от Прабхупады Бхактивинода Такура, Анукульена означает полностью благоприятно, полностью. Как Рупа Госвами Пад. Он полностью соответствует, то есть соответствует. Соответствует как бы Гауранге, то есть можно перевести как их сердца стали едиными. От нашей Гуруварги мы знаем, что Анукулена Кришна Анушила нам, то есть значение этого в том, что Радхарани Анукула, потому что Кришна не отлична от Радхарани не отлична. От Кришны, наверное. Брджабадубаргена джакалпита, Исва here, real. Of Брджагопикас there. Here is there, more, you know, we are going to concentrate on the lotus feet of Radharani. Рупа-госвами is going to write, Анукулена Кришна Анушиланам, specifically it is written, то есть Анукулена Кришна Анушиланам, это говорится о том, что Кришна, что Радхарани исполняет именно то служение, которое ожидает Кришна, которое хочет получить Кришна. Радхарани — главный лидер гопи. И Кришна полностью сконцентрирован на Радхарани, на ее лотосных стопах, на ее красоте и служении. И с Радхарани в центре Кришна осуществляет раса-лилу. Главная причина этой лилы — это Радхарани. Радхарани — главный двигатель, главный вдохновитель Кришны на совершение той или иной лилы, особенности раса-лилы. Для любой лилы, пуджа-лила, сурья-лила. Радхарани — главный источник всех этих игр. Потому что без Радхарани ничего бы не было. Таким образом, мы видим, что даны различные описания раса-лилы, чтобы мы могли понять. И также я хотел бы сказать несколько слов о шлоке, с которой я начал. Я попытаюсь объяснить ее завтра. Завтра я попытаюсь объяснить. А вы постарайтесь понять все, о чем было сказано сегодня, эту лилу. Мы должны очень внимательно размышлять об этой лиле, так, чтобы материальные концепции не осквернили наше сердце. Очень осторожно, очень внимательно. Если мы будем настолько удачливы, чтобы понять ее, я заверяю вас, что так или иначе вы войдете в эти лилы. Если же ваше сердце осквернено, то
это не произойдет. Читям сухена бхавата хритам апахритам. Читям сухена бхавата апахритам грехешу. Джаннирвишати уто кару апи гриджакитте. Паду падам на чалатаха става паду мулат. Джамахо катам браджамато карабам кингва. Паду падам на чалатаха става паду мулат. Джамахо катам браджамато карабам кингва. Ванчакалпатурвасчакипасиндубевача патитанам паванам бхавишна бхио намона.